Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юляна. Ритуал, если знаете, что человек вам врет. Иной раз страх или собственная слабость вынуждает людей обманывать окружающих. Иногда даже тех, кто им близок и дорог. Слушать ложь, подозревая, что человек врет, болезненно. Отношения с лжецом нестабильны. Постепенно они лишаются близости и тепла. А доверять такому человеку и надеяться на него становится все сложнее. Но есть способ, завязывающий вруну язык так, чтобы он прекратил запутывать вас, вводя в заблуждение, и постоянно искоренил привычку врать. Это магия узлов. Для этого ритуала нужно найти или приобрести отдельно черную шерстяную нить. Вам понадобится лишь небольшой отрез. В любой из дней убывающей луны, в тихой домашней обстановке. Отрежьте нитку. Завяжите на ней три узла, параллельно читая слова заговора. На язык, здесь нужно проговорить имя, узлы крепко вязаны. Не снимет, не развяжет, ложью своей не расстроит. Больше не обманет ни меня, ни другого. Да будет так. Заговор читается один раз. После этого нужно незаметно положить нить в вещи обманщика. Если у вас есть доступ к его вещам, положите нитку в его карман. Что делать, если обманщик живет в другом месте? В этом случае нужно в этот же день пойти туда, где он живет, и бросить нить у его двери, но только так, чтобы вас не заметили. Если, предположим, лжец ваш коллега, то можно просто положить нить на его кресло или незаметно на рабочее место. И если сделаете все правильно, то человек, на которого сделан ритуал, перестанет обманывать.